Как интересно, а это что? Это я рисую тарелочку, разукрашиваю, хочу подарить теще, чтобы она на стенку повесила. Вот, даже новый стиль придумал. Слушай, ну, если ты хочешь совсем что-то уникальное, ты бы попробовал Урало-Сибирскую, нашу роспись, вот чуть позже о ней расскажем. А то у тебя какая-то, ну, не знаю, хохлак-жель получается, что ли. Это что, кто-то для меня этот стиль придумал? Ну, прости, ты здесь не первый. Ну, все-таки по поводу Урало-Сибирской подумай. Ну, подумай.